В Иркутской области восстанавливают пострадавшие во время пожаров леса. Там стартовала акция, благодаря которой любой желающий может внести свою лепту и посадить новые деревья. Для этого на Байкале подготовили специальные площадки. Необходимо просто взять в лесном питомнике саженцы. Высадка продлится всю осень и возобновится весной. За это время активисты рассчитывают не только восстановить лес, но и надеются, что жители области станут бережнее относиться к природе. Ребята из университетов, неравнодушные жители из разных регионов, они принимают участие в этой акции. Акция идет под общим названием «Посадим миллион деревьев», поэтому мы планируем, что это лесвосстановление, задача, она будет выполнена не только на этой неделе, она запущена с заделом на будущее. В этом году в Сибири из-за лесных пожаров сгорело около 500 тысяч гектаров леса. Волонтеры благодаря этой акции надеются хоть как-то восполнить урон, нанесенный огнем.